Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Напишите имена в комментариях, чтобы мы помолились за вас и ваших близких. Поделитесь этим видео с человеком, который нуждается в этой молитве. Ангел-хранитель, данный Отцом Небесным моим детям, я обращаюсь к Тебе, Ангел Божий, детей моих. Храни их в горе и в радости. Не оставь их в болезни, трудные минуты. Протяни им руку свою милосердную, будь им защитой. Помоги детям моим преодолеть все жизненные испытания. Дай силу, уверенность и веру. Веру в лучшее, светлое. Ангел-хранитель детей моих, защити их от всякого зла, от несчастий, горя и страданий, от кражи и обмана, от злых помыслов, от врагов, видимых и невидимых. Ангел-хранитель, данный Богом детям моим, прошу Тебя, помоги им очиститься от лукавых мыслей и желаний. Удержи их от неправедных поступков и действий, от лукавых намерений и смертных грехов. Очисти их мысли от скверны людской. Направь детей моих на благие дела. Я благодарю Господа за то, что послал Тебя, защитника и помощника детей моих. Благодарю Тебя, Господи, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.